Правительство утвердило правила предоставления субсидий по ипотечному кредиту для семей с детьми. Документ опубликован на сайте Кабинета министров, сообщает издательство «Российская газета». Речь идет о субсидировании процентной ставки и ее снижении за счет поддержки из федерального бюджета до уровня 6% годовых в течение 3 или 5 лет. Условием ее снижения является рождение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. Сейчас ставка по ипотеке у крупных банков составляет чуть больше 9% годовых. Ее снижение на 3% позволит гражданам, у которых в семье появится второй или третий ребенок, приобрести собственное жилье. Агентство ипотечного жилищного кредитования уполномочено возмещать кредитными организациями за счет субсидий из федерального бюджета недополученные доходы по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.